Всем здравствуйте, меня зовут Иван Буслай, артист белорусской эстрады. Здравствуйте, меня зовут Макарова Ольга, я непосредственно концертный директор Ивана Буслая. Мы очень много уделяем времени благотворительности, участвуем в различных акциях, благотворительных концертах, посещаем интернаты, дома инвалидов. Каждую свободную минутку, если она позволяет того, мы выезжаем в другие города на благотворительные концерты, выступаем в Минске. И это всегда очень приятно и радостно дарить праздник людям, которые его ждут. Я сам родился в 81 году. И в детский дом я попал, когда мне было 2 годика. Это город Бобруйск. Естественно, мы ждали праздника, как все любые дети, которые живут в семьях. Желания у каждого ребенка были. Кто-то хотел себе маму, папу. И, естественно, у меня тоже были такие желания, чтобы ко мне пришла мама. Потому что мы своих воспитателей называли мама, папа. И, естественно, разные условия были. И к нам приезжали волонтеры в тот же Новый год, естественно. И многие артисты. И всегда вот праздник закончится, и нам кажется, что это вот такое мгновение, но кажется, вот будет всю жизнь продолжаться, и оно никогда не заканчивается. И ты не хочешь этот момент упускать. Тебе хочется, чтобы он продолжался вечно. Потому что это единственное наше утешение было. Новый год. Я бы хотел подарить 3 строчки со своей песни, называются «Любовь», и я хочу, чтобы эта любовь была взаимна, и чтобы вас любовь никогда не покидала. Верьте в чудо, верьте в свои желания, и они обязательно сбудутся. Смотри, я танцую в свете луны, тебя напрягают, мы не одни. Глаз посторонних липких, как пух, но ты не скажешь об этом вслух. Скажи, что сильнее зло или ты. В тебе слышу ноты вины. На белом нервы танцуют в такт, и подло сердце ревнует так. Любовь, кричи, мое сердце дышит, любовь, смотри, о тебе напишет любовь. Лови свои верные стихи, в которых только ты, только вы, любовь. Иван Буслай, согреем детские сердца вместе.